Зарепортил. Он правду говорит. Я специально зарепортил, потому что рядом со мной кто-то был. Я не помню, кто. Сказал бы, типа, вот я ваш шериф, я убил. Мне жалко, Мотор бы так и сказал. А кто видел? Кто видел Бупок? Я. Ну, понятно, два трейдера. Пиздец. Иди полетим. Я, ну, канада, инфа есть? Я тебе жопу, письку, блядь. Хорошо, хорошо. Если ставишь, ладно. Ладно, если ставишь, ладно. Давай, я скипаю. Что это за хуйня? С меня стянули прикол, теперь все свою жопу, писью и так далее. Что за хуйня? Твоя жопа уже никому не надо, Соля. Ты ебала стули быстро, я ни разу. Донарим, ты не опытный. Свою жопу не проебала. Донарим, да, нужно и поопытнее. Фу, как будто ты дохуя опытный. Да, Донарим, прикинь, возраст какой-то. Твой возраст, паспорт, ничего не говорит о том, что ты опытный. Все, все, 17 лет, Донарим. Да подожди, Рейв, она реально заводится, все. Подожди, она реально сейчас тебе. Я честно слышал, да? Да. Собака, что-то можешь? Можешь что-нибудь? Блять, я не знаю, зачем я это сделал. Короче, нас было четверо на лодке. Басков и Пупок самоубились. И я за мстителя рубанула собаку. Я не знаю, зачем. Блять, мне так стыдно. Фига ты, блядь. Я думаю, она не мстителя, ребят. Нет, я честно говорю, я вскрыла сразу свою роль. Я не ставила жопу свою. А ты проиграла это, ее. Во-первых, я больше не делала. Ваше дело, верить или нет. Я труп. Нас было четверо. На лодке. Басков убился о паука, либо наоборот, нет, я наоборот. Не знаю. И я за мстителя убила собаку. Все. Зачем? Верить или нет, ваше дело. Это Женя, женщина не спрашивает этого, ну, такие вопросы. Рот закрыл, мужелан. А мужелан, нет, прав. Осуждаю. Нельзя. Уничтожаем патриархат, девчонки. Так да ничего, девчонки, собака убила, блять, мне так стыдно, пиздец. Собака, прости, пожалуйста. Все. Кто там уничтожать будет? Любовь моя. Ну долбоебы, блять, мстителя кикнули. Ах, пиздец. Ну, играть нахуй. С вами одно. Ну если ты линч, у тебя больше нет обилки, типа. Ладно. Да. Ты мирный? Само собой. А где тут все тусят, я не знаю. Я хаза. Бля, лагает капец. Что происходит? Понял. Короче, труп находится, где, сейчас скажу, улица, и мне передали бомбу. Весело. Да. Кто-то, блядь, я подошел, стоял, кто-то носиком, блядь, уперся, блядь, своим в затылок, а потом подошел еще кто-то и сказал, блядь, бомба. Слушайте, ну я призамирующий был, когда мумия зашла ко мне, и все выбежали оттуда, получается, Райван. Я. Я библиотека была, забежал. Меня там закрыли. Ну кто кричал бомба? Все молчали. Я вообще ни с кем из вас не пересекалась. Кто выбегал, ну, это же не один я слышал. Пирамиду. Да, да, кто-то сказал бомба, и мне вот передали в этот момент как раз бомбу. Потому что у меня потом она затикала через 15 секунд, но при этом я с вами встала, услышала, отошла, пока от мумии бежала, у меня затикала она. А то я подумал, мне уже дурку надо вызывать. Окей. Ну, на кого подозрение?
Ну, кто с нами был? Рейвен. Рейвен, кто еще был? Я в последний раз с Грэем пересекался на самом верху. Не-не-не, внизу, вот сейчас, когда мы стояли, я там мумия была. Блохинексикса, я помню, и все, и кто-то еще там был. И менталист был. По цвету ж можно. А кто сейчас был в нижнем порту? Я был в пирамиде. Порту. Ладно, блядь, инфы нихуя. Нихуя инфы. Где вообще все ходите? Почему никого из вас не видела? Я вообще первый раз на карте играю. А, кто я тоже, блядь, меня я это бесит бегать, блядь, ждать, пока тебя убьют. Шпион, привет. Быстро. Ух, блядь. Тут чё? Ух, блядь. Чё, мумия лазит. Ужас. Что такая провокация, да? Мумия. Труп в пирамиде. Я убегал от мумии, побежал от нее. Там труп. Я не знаю, мумия живет в пирамиде. Кто сейчас был во внутреннем дворе? Там кто-то пробежал. Во внутреннем дворе, там над храмом. Выше сада, выше сада. А, нет, 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 нет. Так вы же стояли сейчас в пирамиде. Да, но меня спрашивают, кто там сейчас был. А, нет, я к вам подошла. Да, ты была близко. Угу. Просто там мне показывался, что какой-то чувак бежал. Галлюцинации. Я был зеленый, и кто-то вот еще был дополнительно. Ты была с нами. Да. Нет, она знает, я с ней все время был. Я видел в пирамиде Грея и краски коричневого. Я только вас видел в пирамиде. Там был я, Грея, это честно не вижу, менталист тоже был. Но мумия бегала за мной все время. Я вокруг стола бегал, мумия за мной. Менталиста не мумия. Мне кажется, что менталист убила мумия, блядь. И мы сейчас ищем нахуй. Блядь, никого. А вот про инфу, которая вкинула у Саги, это важно, блядь. Грей и корни он. Вы где были? Я был заперт в правой части верхней. Я был рядом с Артис. А Грей? Танс Хаус. Амсхаус. Артистенсхаус? Ну да, артистенсхаус. Какой ты добежал, блядь. Федран, блядь. Так я после закрытия убежал. А, ну, хорош. Я вообще первый раз тут играю. Мне тяжело тут ориентироваться. Да, 100% нахуй. Пизда нам, короче. Поплачь. Мне? Плакать. Так. И тут задание интересно. Давайте попробуем. Ага, просто разрушить. Какая-то лодка. Опять закрыли все. Ай-я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 й. Начнулось вот то сна. А, это мафия. Мафия, так сказать.
Парень просто уплыл до этого на кораблике. Ага. Им всем у... А... Крыш, что? Или те, кто внизу? Я, короче, сказал, что парень поплыл на кораблике, он как раз снизу прибегал, от этот Блахин эскиз, Блах... В общем, классный дикарь. Ага. Он уплыл, и он оттуда снизу бежал. Я, получается, вот с двумя нашел его. Ди, ты с кем была? Где труп-то, блядь? Где труп? Труп? Ну где? Так вы его видели, он сад. В саду, там прямо где написано слово сад под ним. Да, да. Был этот. Блядь. Кто он там? Кто это? А, этот голубой был. Он тусовался сейчас около садуш... колокольчика. Я так понимаю, мумия только в пирамиде появляется. Я, она там давно все время гналась, я ее отвлекал. Она не могла быть. Грей был заперт там тоже. Я с Равеном была, 24 на 7. А у нас мумия была в этом раунде? Была. Да. Ну да, там, а, ну, блин, там было сообщение, да. У нас мафа, походу, нахуй только за мумию ебашут. Это прикол такой? Там, здесь помимо мафии еще может типа НПС убивать. Кто? Ну, как сказать, NPC, типа. Мумия. Не игровой персонаж. Да. Отходим от темы. Давайте уже побыстрее закончим эту игру. Кто где? Я в Грея. Блин, да почему у меня не голосуют? Просто чтобы не палиться. Да нет. У меня лаги какие-то пошли. У меня пошли лаги. Я следопыт, поэтому я и говорю, где кто находится, когда туман. Да я поняла, да это был, блядь, просто... Да я поняла. Поняла. Пум-пурум. Ну это любас убил. Вот же черт... Блядь, что за хуйня? Вот же чертилка. Ну реально, первый раз на этой карте... И ничего не понятно. Ничего не понять. Помимо лагов, да. Помимо лагов, ничего не понять. Мы помимо лагов... Ай, господи. Эта карта, видимо, еще более, не знаю, какая-то напряжная, да? Полагает все к чертям собачьим. А, все, опять закрыто. Это, конечно, хрень. Тут только мафии, наверное, могут бегать. А, вау. Не убить. Выжидаем. Чуточку маленечко. Сокола надо убить. Это пиздец, моя бомба не кидалась на кого. Я, блядь, ее кидаю, когда проходит, и ничего не происходит. Это что за баг? Ребята, у вас такие совещания долгие, реально. Вы по две минуты обсуждаете, потом у вас ничья, потом не показываете, потом ничья, мы сидим и затвердим. А то потому что я голосую, а у меня не голосует. Ну, промерились, очень хорошо. Да. Да, у меня кидаю бомбу, я, блядь, эту...